Порядка 100 экспонатов, рассказывающих об истории губкинской полиции, фотографии и форменной одежде сотрудников. Все это комната истории. Она открылась чуть больше года назад в здании ГИБДД. Инициаторы – губкинские полицейские и региональная общественная организация ветеранов органов внутренних дел. С экскурсии в мини-музей отправились участники летнего проекта «Дети двора». Нам показывали экспонаты древние, которыми пользовались начальники полиции. Ну и все сотрудники. Там шлемы, указки. Посетить музейную комнату могут все желающие по будням с 2 до 5. От теории к практике. Госавтоинспекторы не только познакомили ребят с историей правоохранительных органов, но и напомнили про правила безопасности для водителей велосипедов. Велосипедистам нельзя кататься, где едут машины по дороге. А где можно, это только по тротуарам. На пешеходном переходе нужно самокат или с велика слезть и поехать, и пройти. А потом уже залезть на велик и на самокат. Велосипедисты не могут ехать по дороге, где ездят машины, потому что это запрещено. Это опасно. А еще важно использовать защитную экипировку, велошлем, перчатки, наколенники, носить светоотражающие элементы, пересекать проезжую часть строго по пешеходному переходу, при движении отказаться от использования гаджетов. Госавтоинспекция обращает особое внимание родителей и взрослых на безопасность детей. Каждый год в летний период возрастает вероятность получения травм детьми-водителями велотранспорта, так как дети в летний период большее количество своего времени проводят во дворах и на улице. Инспекторы просят родителей напомнить детям о правилах дорожного движения, а водителей при совершении маневров во дворах быть предельно внимательными и двигаться с максимально низкой скоростью. Сабина Лимарова, Никита Мищенко, новости Губкинского.